Пожалуйте. Пожалуйте, дата батона. Я сяду, подвинься немного. Пожалуйста. Бес меня попутал. Бес попутал дата батон. Виноват, прости ты меня, дата батон. Нужда меня довела. Ничего от тебя не утаю, только не убивай. Не погуби мою семью, и не будет у тебя человека преданнее меня. Вижу, что можно рассчитывать на твою преданность. Встань. Я не собираюсь тебя убивать. Зачем? Зачем ты пришел, дата батон? И что они тебе за это пообещали? Вот. Мельницу мне купили. Собаку дали. Платят мне 15 рублей в месяц. И... Что ж ты замолчал? Еще сказали, что получу 5000, если сумею тебя убить. И им ущерб большой, и тебе тоже. Ты когда-нибудь убивал человека? Нет. Нет, даты потом. Только здесь стрелять выучили. Специально для этого дела. В уезде. Зачем же ты взялся, раз не уверен, что можешь справиться? Нищета замучила. Нищета меня замучила, дата батона. Беды и несчастья. Прошлой зимой див был. Я двух покойников из дома вынес. Двух покойников. Годовщина скоро, я до сих пор камень на могилу не могу положить. Той кукурузы, что на моем поле родится, семье на 2 месяца не хватает. Детей у меня 4, и все девочки вырастут. Кто их замуж возьмет без приданого? А? Пес на твоих товарищей лает. Пусть войдут, неудобно. Волка на промысел голодные волчата выгоняют. Волк, он только о том и думает, как бы ему съесть кого-нибудь. И о том, как бы его не съел кто-нибудь, у кого силы и ловкости побольше. Больше волку не о чем думать. Он зверь. А человек, сын человеческий, должен думать о том, что съесть он может только того, чья жизнь имеет меньшую цену, чем его собственная. Ты сегодня хотел застрелить меня, Боня. А тот ли ты человек, которому суждено убить меня? Об этом ты подумал? Да, думал. Мельница место такое. Здесь все время думаешь. Разный на ум приходит. Я так скажу. Такое дело человек должен решать сам, дата батона. Ты живешь так, как хочешь. У тебя все есть. Тебе больше ничего не нужно. Ты не ждешь ничего. А я самого необходимого лишен. Я ничего не имею. То, чего сердце твое хотело, ты уже исполнил. Мне так думается. А если б тебе были нужны слава, имя, честь, почет, богатство, ты бы все это давно мог иметь. А мне бы хоть совсем маленький клочок земли и денег немножко, чтобы выдать дочек замуж. Без приданого кому они нужны? А моя Дзабуния? Моя Дзабуния, какая красавица! Во всей округе второй такой не бывало. Теперь она на кошку драную стала походить от тоски до печали. Вот я и подумал. Если нужде такого бедняка, как я, что-то поможет, так это только смерть такого. Только смерть такого человека, как ты, дата батону. Ты человек умный, это каждый скажет. И... Ты же знаешь сам, в конце концов, убьет тебя какой-нибудь подлец.
Деньги ему достанутся. А вдруг у него их и так много? Несправедливо это будет. Не по-божески, нет. Если послушать тебя, Бония, собачий сын, то хуже дата тут ашья человека нет на белом свете. А то пришел бы он к тебе, взглянул на твоих дочек, прослезился бы и сказал: убей меня, сделай приданое своим ангелочкам. Вот оружие, возьми. Если ты боишься, что я первый выстрелю, я отвернусь, стреляй в спину. Я о другом думаю, дата Батона. О чем? Товарищи твои близко. Некровная у нас с тобой вражда. Чтоб я только хотел убить тебя, остальное уж как будет. Мне деньги нужны живому. Если я в тебя выстрелю, не оставят они меня в живых. Я о своей смерти, Бония, думал больше, чем ты. Никто не убьет меня, и никто не возьмет эти деньги так, чтобы смерть моя и имя убийцы остались в тайне. Так чего ж ты боишься, собачий сын? Все равно ты своего добьешься. Так или нет? А деньги получит семья. Если меня не будет, тогда это приданое мое... Ты о себе думаешь, а не о своих дочках. Да чего тебя жадность довела? Ни о чем, кроме наживы, думать не можешь. Хочешь ты денег. Но знаешь, чего тебе не достает? Я не о любви к опасности говорю. Не должно ее быть у человека такой породы. Тебе хоть деньги нужно любить настолько, чтобы ради них рисковать. Но твоей души даже для этого не хватает. Жаль мне тебя, Боня. Не чтишь ты память своих покойников, не любишь своих девочек, не любишь и Дзабунию свою. Была б в твоем сердце любовь, ты не собирался бы класть камни на могилы своих близких, купленные на те деньги, что получишь за убийство. Но убить ты не посмеешь, смелости у тебя не хватит. Эш, Боня, ни мужества, ни любви нет в твоем сердце. А ты кого-нибудь любишь, да, Табатона? У тебя есть любовь? Пора мне, пойду. Держи 5 рублей. Нет. Больше у меня нет. Тебе пригодится. Нет, да. Положи 10. За что ты? За что ты мне дал эти деньги, дата туташья? Не хочу. Не возьму. Я и без того назову тебе имена тех, кто поручил мне тебя убить. Замолчи, Боня. Я тебе не за это дал деньги. Подумай сам. Дата туташья! Дата туташья! Убил бы ты меня лучше, убил бы. Даже если следовало бы тебя убить, я бы все равно этого не сделал. Бог создал человека думающим. Вот ты и подумай. Да, Табатон, подожди. Я должен что-то тебе сказать. Кто меня тогда вызвал в Кутаис? Кто со мной разговаривал по этому делу? Хочешь знать? Кто? Начальник кутаисской жандармерии там тоже был. Только он больше молчал. Разговаривал со мной твой двоюродный брат, муж Низаранди. Только он чужой фамилии назвался. Думал, я не узнаю его. А я знал, что он теперь полковник. Большой человек в Петербурге. Муж не помог мне сторговать эту мельницу. Когда это было? В июне месяце. Правду говоришь? Уж очень опасный человек, муж Низаранди, дата Батона. Остерегайся его коварства. Не может он хотеть моей смерти. Меня преследует его начальство, а у него служба такая, он не может не выполнять приказов. Муж не умный, талантливый. Таких, как он, там раз-два и обчелся. Осторожным я всегда был. А если смерть меня догонит,
Никого винить не буду. У каждого своя судьба.